Здравствуйте, это программа о душевном здоровье. Мы продолжаем наши врачебные консультации. Вот еще одно письмо нашего зрителя. Вячеслав Владимирович, добрый день. Обращаюсь к вам с просьбой проконсультировать относительно ситуации с моим братом, которому 30 лет. Высшее техническое образование, женат, есть дочь 4 лет, не разведен, но живут с женой большую часть времени порознь. Она в Саратове, а брат живет в Москве. Как и вся остальная наша семья крещен. Как выяснилось, уже больше десяти лет он курит траву, гашиш, а наша, не знаю, как правильно называется. Раньше скрывал, сейчас перестал скрывать. Последнее время пребывает в депрессивно-агрессивном состоянии, высказываются суицидальные мысли. Все попытки родителей поговорить и начать лечиться вызывают агрессию и полное непризнание себя больным. Посоветуйте, с чего начать? маме очень бы хотелось отправить его к вам на лечение. Как у ваших пациентов возникает желание и понимание, что им нужно лечиться, что нужно прийти к вам? На каких условиях они у вас лечатся? Очень надеюсь на вашу помощь. Готовы приехать на очную консультацию? Спасибо. Да, очень распространенное явление и в наших семьях, и в нашем обществе вообще когда кто-то из родственников начинает употреблять наркотики. Здесь даже не, неизвестно пока, какие именно. Потому что э, если раньше ингаляционные наркотики, такие как Анаша, Гашиш считались легкими наркотиками, то сейчас под этим именем выступают э, самые тяжелые наркотики. И люди приобретают такую зависимость, которая э, нам как наркологам раньше даже и не снилась. Как некоторые наркологи сейчас выражаются по сравнению с вот этой курительной синтетикой, героин ⁇ это просто витамины. Да, действительно. Как быть с наркоманом в разгар болезни? Мне уже как-то приходилось об этом говорить, но эти вопросы возникают и будут возникать, видимо, еще очень долго. Мы не готовы перестраивать свои отношения с нашими родственниками, которые пристрастились к наркотикам или к алкоголю. Мы продолжаем по инерции их опекать, особенно вот при той семейной атмосфере, которая сейчас царит у нас в стране, когда мы разучились воспитывать своих детей. Мы не знаем, как нужно общаться с детьми. Я имею в виду родителей, когда наши дети младенцы, мы не знаем, как с ними общаться, когда они подростки, и мы не умеем с ними общаться, когда они становятся взрослыми, когда им 30 лет. Они продолжают жить с нами, они, мы продолжаем их опекать, как правило, заботиться о них, точно так же, как мы э, привыкли заботиться о них в детстве. И когда они заболевают такими взрослыми болезнями, э, природу которых мы, никогда не употреблявшие наркотики, просто не знаем, то мы в полной растерянности. Мы видим, как на наших глазах наш родственник превращается в какое-то чудовище, он никого не любит, никого не жалеет, он наоборот, он использует теплые чувства близких к нему людей в своих каких-то наркоманических, самоубийственных, можно сказать, целях. И родственники ведутся на это очень часто. Есть такое явление, созависимость, и они стараются как-то приспособиться жить, вместе с ним, оберегать его, опекать его, увещевать, уговаривать, как-то подогревать его интерес к тому, чтобы он перестал этим заниматься, побуждать его к лечению и так далее, и так далее. В общем, это все превращается вот в такое, знаете, ну не вокруг человека, для которого эта атмосфера является самой благоприятной для того, чтобы продолжать наркотизацию. Он этим пользуется действительно пользуется и а, даже стимулирует такое поведение своих родственников. Он шантажирует их, он иногда закатывает истерики, хлопает дверью, исчезает на один или несколько дней из дома, чтобы родственники начинали волноваться, переживать, искать его, прощать ему все его агрессивно-депрессивные а, выходки и так далее. И так далее. И все это может длиться до тех пор, пока этот человек не погибнет на глазах у своих родственников, при, казалось бы, такой их активной позиции. Ведь они его не оставляли без внимания. Они ведь были к нему неравнодушны. Они все время что-то делали. Они пытались его водить к специалистам, то к одному, то к другому. А тот порой очень даже охотно соглашался, приходил и демонстрировал свое желание перестать употреблять наркотики. И этим самым просто затягивал ситуацию. Сколько будет длиться период одержимости наркотиками, когда человек получает от них еще удовольствие, пока он в них еще не разочаровался, мы не знаем. Мы знаем только одно, что при современных видах наркотиков наркоман до этого периода, когда он разочаруется в наркотиках, может просто не дожить. Очень часто не доживает. Уж больно они ядовитые и смертельно опасные. Тогда что же делать? А вот тогда надо вспоминать, что мы не одни в этом мире. Что наши дети это не наши дети. Во всяком случае, они не совсем наши. Нам их дал Бог. Для того, чтобы мы, в конце концов, как родители, однажды предоставили их ему, когда они становятся взрослыми, когда мы их худо-бедно воспитали, научили приемам самостоятельной жизни, когда у них есть паспорт, медицинский полис, какое-то образование, профессиональные навыки, тем более, мы не просто можем, а должны, обязаны предоставить их полной самостоятельности. Задача родителей воспитать самостоятельную личность. Самое лучшее, что мы можем сделать, это научить наших детей самостоятельному общению с Богом в церкви. Тогда мы можем за наших детей быть спокойными. Если мы этому не научили наших детей, но ну, мы обречены на то, чтобы тревожиться, переживать, как они там, без нас, но при этом мы все-таки должны предоставить их, их собственной самостоятельности, чтобы они сами своей собственной активностью строили свою жизнь, учились на своих собственных ошибках, и исправляли свои собственные ошибки, если они их начинают видеть. Наша излишняя опека над взрослыми детьми, она не дает им это все увидеть. Мы становимся той инфраструктурой, которая позволяет им спокойно погибать. Мы создаем такую семейную атмосферу, когда никто, кроме нас, общество не знает того, что наши дети в нашем присутствии погибают. И по сути дела мы становимся спонсорами самоубийства наших детей. Или по-другому соучастниками этого самоубийства. А ведь за это нам потом отвечать. За то, как мы воспитывали своих детей. И что мы делали тогда, когда наши родительские способности закончились. Мы потом обязательно будем давать ответ Богу. Так вот, если наш ребенок погибает, а если он стал наркоманом, он обязательно погибает. Ведь до реабилитации доживает гораздо меньшее число наркоманов, чем те, кто, которых уносят вперед ногами на кладбище в молодом возрасте. Больше-то их погибает, к сожалению. И, и, и очень часто именно потому, что родители не могут перестроить своего отношения к своим детям. А отношение должно быть таким. Дорогой сын, мы все, что могли, как родители, для тебя сделали. Мы тебя выкормили, вырастили. Мы дали тебе образование. Мы тебя, мы тебя лечили, когда ты болел в детстве. Мы предоставили тебе крышу над головой. Мы тебя старались сделать человеком хорошо или плохо это у нас получилось это второй вопрос идеальных родителей нет и мы видим свои родительские недостатки свои родительские огрехи в твоем воспитании мы обязательно будем каяться в этом перед богом господь нас простит он примет наше покаяние простит и этих наших родительских грехов нам не помянет но за все что ты сейчас делаешь в своей жизни ты несешь личную, персональную ответственность и перед Богом, и перед людьми. Ты свободный человек. Ты можешь избирать любой образ жизни, какой захочешь. Мы именно так и хотели, чтобы ты сам свободно избирал способ жить. Но если ты воспринял самоубийственный образ жизни, то мы отказываемся быть соучастниками твоего самоубийства. И отказываемся как бы то ни было, участвовать в твоей жизни. А тем, что ты у нас живешь, как в этом случае, за наш счет, ешь с нашего стола, одеваешься, обуваешься за наш счет, нигде не работаешь, как правило, они нигде не работают, то есть сидишь на нашей шее и при этом отказываешься платить за коммунальные услуги, вообще за все. Вот именно этим мы становимся соучастниками твоего самоубийства, а мы этого не хотим. Поэтому сделай, пожалуйста, так, чтобы мы о тебе ничего не знали, не видели и не слышали. Мы знаем, что дети, особенно сейчас, очень часто разочаровывают своих родителей. Иногда до такой степени, что родителям приходится своих детей хранить. Мы и к этому готовы. Если мы узнаем, что ты погиб, мы тебя похороним, годик поплачем и успокоимся. Но совершать самоубийство на наших глазах, в нашем доме, мы тебе не позволим. Поэтому будь добр, избавь нас от своего присутствия. Вот я прям чувствую, что мои слова сейчас у некоторых вызвали некую такую оскомину. Резануло немножко слух родителям. Да, это нам совершенно непривычно. Это, казалось бы, выбивается из системы общечеловеческих ценностей. Как же так? Бросать ребенка на произвол судьбы, даже если он взрослый. А что с ним будет? А куда он пойдет? Он же пойдет куда-то там в притон. Он же наберет там кредитов. Он же погрязнет в долгах. Не дай бог его где-нибудь там убьют и так далее. Так вот здесь и надо вспомнить о Боге. Ведь мы это делаем с вами. Не для того, чтобы избавиться от нашего ребенка, а для того, чтобы подогреть его интерес к избавлению от наркотиков. Потому что как только не станет нас, как родителей, которые создали ему наркоманическую инфраструктуру, не станет и наркомании. Она станет просто невозможной. У наркомана не должно остаться никакого жизненного пространства. Для того, чтобы он захотел лечиться, у него должно все пропасть. У него должна начать гореть земля под ногами. Он должен испытывать опасность от каждой минуты своей жизни. Вот тогда он поймет, что он погибает от наркотиков, но при этом еще хочет жить. И вот тогда у него может появиться горячее желание избавляться от зависимости. В нашем революционном центре достаточно много молодых людей. Прошли успешную реабилитацию именно после того, как родители их заняли вот такую позицию и выдержали ее до конца. То есть до тех пор, пока этот человек, наркоман, не прошел у нас успешную реабилитацию. А ставить вопрос нужно именно так. Мы с тобой, как родители, будем общаться только после успешно пройденной реабилитации. И если у родителей хватит мужества, а на это далеко не у всех хватает мужества и решимости, то тогда все может закончиться благополучно. Когда родители видят, что у них нет сил на это, тогда эти силы нужно просить у Бога, чтобы Господь вразумил, укрепил волю, чувства, наставил и дал терпение, дотерпеть это все до благополучного разрешения. Вот тогда у наших детей появится шанс на избавление от наркотиков. А таких родителей и вот таких ситуаций в нашей стране огромное количество. Мы даже не знаем сколько. Но мы знаем, что это отнюдь не экзотика. Это очень распространенная вещь. Я думаю, что вот это пересмотр нашего родительского отношения к детям вообще поможет преобразить нашу семью как таковую и вернуться к здоровым семейным ценностям к тому, чтобы мы научились воспитывать своих детей и защищать их от наркотиков в раннем детстве, в младенчестве, когда мы и должны заниматься их воспитанием. В следующий раз мы продолжим разговор. Я вам напоминаю, что мои лекции «Школа православного самосознания» вы можете заказать по телефону в Екатеринбурге 219-71-21. Подробности на сайте Боровских.ру. Сегодня я с вами прощаюсь. Будьте здоровы и с Богом!